this world were mine. I'd give you anything. Почему не получается распределить пасту по кончикам пальчиков? Потому что необходимо накручивать большим пальцем внешнюю сторону пасты и не дотрагиваться до указательного и среднего. Задача такая: держать пальцы на расстоянии друг от друга, где-то сантиметра 3-4, и это расстояние будет заполнять паста. Только в таком случае паста не будет прилипать к ладошке и к третьей фаланге, а будет находиться на кончиках указательного, среднего и безымянного. Вот такая вот рекомендация от Виктории Мирошниченко.